депутаты Московской областной думы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков вместе с партийцами Одинцовского городского округа поздравили сотрудников пожарной службы с профессиональным праздником. Единороссы поблагодарили сотрудников службы быстрого реагирования за самоотверженную работу и профессионализм. Депутаты вручили сотрудникам пожарной службы благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» и небольшие подарки от Московской областной думы. Также отличившиеся сотрудники были отмечены областными наградами.